Клешня! Клешня, покажи клешню! Мне... Фу! Доклятина его нет! Она дергается. Парни, парни, рачочек! Ладно. Второй! Рак! Зимой! Всем привет, друзья! С вами Виталий Зеленый. И сегодня именно тот день, когда мы едем и покажем, где раки зимуют. Скажем это так. Я попробую вместе с Серегой вловить хотя бы одного рака, как я вам и обещал. Мы подготовились, ну еще не совсем, сейчас нужно съездить за дровами с пацанами, и там один зритель мой посоветовал перчатки такие по локоть взять в аптеке, не знаю, поедем спросим, если есть, возьмем. И в путь, поедем все-таки попробуем вловить. Вот, ребята, сейчас я еду за пацанами, уже прогреваю машину, на улице у нас минус 2, не буду долго разговаривать. Едем делать дела. Ребята, короче, все собрались. Сейчас что у нас, какая задача? Поехать заправиться и найти дров. А Серега сказал, что он будет, кстати, ребята, со мной лезть в норы. Он говорит, у меня есть опыт. Я прям в нору буду залазить. А Фома с Ваней просто для красоты. Оператор. Оператор, да. Фома, ну что ты? Все нормально. Не заеб. Все тогда. Короче, Виталий сказал, дрова будут. Зимой. Если что, обращайтесь. Короче, мы покажем вам позже уже на месте, как мы там подготовились, все дела там взяли там. Там Ванечка там взял кое-что там. Короче, подъехали мы до аптеки, только я не знаю, как даже эти перчатки называются. Фома говорит, проктологически. Фактовый типочек. Жопастые перчатки. Или как у того вчера говорили? Патологоанатом. О, это что трупы разбирают. Фе. Короче, не знаю, сейчас... Как Лего, блядь. Кто со мной пойдет? О, печень. Кто без меня, тот сопливая свинья. Ой, я... Кто со мной, тот герой. Я оделся. Я вижу Серега герой. Пошли. И Ваня, я сразу. Пошли. Я беру. А, все, Фома соплила свинья. Да. Короче, сходили мы, ребята, в магазин. Там длинных не было перчаток. Такие вот простые только вот. Ну, зачем ты презервативы взял? Ну, короче, только такие. Ну, фиг его, помогут? Помогут они нам или нет? Что за исполнение? Будем делать. На, короче, это твои типа. Гамунку будем делать. Шляп, блядь. А че вы доебались? Да почему ты меня снимаешь? Я-то я снимаю у YouTube. Я понял. Так-то да. В общем, все, заправились, перчатки взяли, едем сейчас дрова находим. Тудым-сюдым. И едем дрова находим, тудым-сюдым. И едем, распалим костер и драем раком. Раком. Сегодня будем драить раком. Полетели. Все в теле. Ну вы поняли. Мы увидели, короче, дрова вон там, вон там. Зимой где еще можно найти? Вот тут ветки есть. У нас есть мешок. Ваня, что ты там сел? Я автобус. Все, снимай. Не, ну... Я Спайдермен. Хочешь, да. Не, ну в принципе все ясно. Ну вы собирайте, пацаны, дрова, а я буду снимать. Дрова. Дрова, блин. А что их рубать, если их можно? Да ну как, соберите в мешок, чтобы полный мешок был. Так можно и Спайдермен, и Сквирт. Так я не могу определиться теперь кто. Сука, больно. Мега дрова. Дрова от Виталика. Это не дрова, это ветки. Видите, такая шапка появилась. Откуда? В родственники с Америки выслали. Ух ты. Ну да, он там же настоящий человек был. Да. А ты его друг? Я Питер был Паркер. Питер. Виталий, а чем ты занимаешься? Я топором просто. Кидай топор, когда будет.
Он деревянный. Давайте кто топором по Итали попадет. Давай. Игра такая. Собрали мы дровишек. Аккуратней только, пацаны. Ебать, отстань. Аккуратность твое второе имя, да, Ваня? Да. Конечно. Ваня аккуратный. А что ты тут за одеяло? А то, чтобы греться. На двигло, чтобы накидать? Потому что я пьяный. Виталя, машина. О, открывает. Да, Сережа. Мама, ну ты крепкий, это тяжело. Я спайдер. Сквирт. Сквирт. Я Фома Сквирт. Фома Спирт, ебать. Фома Спирт. Потому что я пьяница. Я не знаю, на кого наводить камеру. Так, ну, Ваня, мы возле кладбища стоим. Гляньте, возле кладбища стоим, оно, блин, шумит. Ваня. Так поехали. Умрешь ты, я тоже буду шуметь у тебя на могиле. Ты первый. Ребята, короче, все, мы приехали на место, на это, где мы будем ловить раков. Сейчас я вам покажу вкратце, как мы подготовились, что взяли. Ну, перчатки это так, на всякий случай. Полотенце я взял, чтобы вытираться. Ну, спички, целый коробок, чтобы распалить костер. Ну, в принципе, что там у нас еще? Есть еще сапожки, смотри. А, Ваня взял сапожки, кстати. Большие. На резиновые, да? Да. Я взял вот такой топорик. Мне как раз по шее. Топорик, чтобы рубать раков. Вот. Мясник. Мясник, короче, да. Взял газовую горелку, чтобы распалить костер. Что у нас еще? Взял одеяло, чтобы, ну, там не замерзнуть, чтобы укутаться. Серега, возьми. Ну и там дровишки наши, вы видели. Вот. Ну что тогда? Сережа, готов? Всегда готов. Посмотри, снимай раков. Серега будет мне помогать ловить раков. Дрова рубать. Топором. Серега просто тоже, у него есть стаж в ловле раков летом. Зимой Серега не пробовал, так же как и я. Я попробовал, но я еще не уловил. Но мы кидаем раком вызов. Раком. Раком. Хана вам раки. Ну все. Путь. Да. Все, ребята, мы на месте, вот речечка, вот здесь мы распалим костер. Сейчас пока просто уже, Серега, наверное, начнем ловить, да? Пытаться. Yes. По крайней мере, пытаться. Что, идем разрубывать лед там, где норы, и будем уже залазить сюда. Пацаны ебанулись. Забей. Долбим лед, нам не замерзать. Сколько не завязывай, не завязывай. Это намерзает на твоих мозгах. Вечная мерзлота на жестких минусах. Юзай, долбим лед, нам не замерзать. Серёга сделал дырочку. И без 8 лет строгача. Серёга, как чувство, когда сделал дырку? Я извиняюсь. Ребята, а мы сделали дырку. Я надеюсь, тут есть норы, потому что толщина льда вот такенная. Серёга, ты себе по голове только не стукни топором. Ты же мокрый весь. В принципе, лед толстый. Нам можно будет вот так вот взять и отсюда залазить. Ну, я надеюсь, есть норы. А что ты в одну? Ля-ля-ля. Оператор провалится сейчас. Ну, не я. А уже я. Ля-ля-ля. Ну что, нормально? Ваня. А? Не промокай? Чё-то... Вот туда надо скотчем. Снимаешь? Снимай. Ваня, нормально. Вот я иду, ложу курточку, да? Да это всем интересно, наверное, будет. Вот штаники выглядят. Опа, а что за голый торс? Бицуху показать. Бицуху покажи раком. Пошли. Что ты исполняешь? Ловить так. Раком. Отдам. Что тут есть? А, тут дырка, да? Ну это чтобы греться. Везде так, дырки, Серега. А ну, Дэв, ты у той одевал, да? Да то просто лопнуто, сейчас скотчем обмотаю. Сережа! А. Короче, твоя вот эта половина, моя эта, правильно? Ну. Пацаны, оно вам надо, точно. Ну как? Ваня, снимай. Ну, на камере не видно. Чтобы не здесь было, не холодно.
Глянь, как это выглядит. Нет нор, прикинь. Ну что, пацаны? Пацаны, все? Клюе? Сосе. Ясно. А ну снимай, сиди. Мы всегда, когда... Слышь, давай скотчем обмотаем тебе сейчас оба. Там где лук у нас. А ладно. А когда летом ловили, мы еще лазили под скатами. Здесь ни хрена нет. Пробуй чуть-чуть. Оп. Чё, нету там ни хрена? Нет. Прям до конца достал? Да, я полностью до окончания норы достал, он аж пальцами копал. Виталий обиделся на рак. А прикинь, так спать. Запаял. Пацаны, Виталий, лови, прыгай. Там не на холодно. Нема, да? Почему здесь нет нор? Я старался. Фома, тут такая просьба, научи, блядь, костер. Я научу вас палить сегодня костер. Или строить костер, как правильно. Разжигать. Разжигать. Разжигать костер. Берешь, ломаешь палки. Ага. Урок. Вот так покидаешь. А что в первую очередь нужно кинуть сделать? Палку. На, кинуть палку. А кому? В костер, наверное. Ну, понятно. Да. Ты сам все знаешь, зачем ты спрашиваешь? Так надо, чтобы ты научился. Ну тут без 100 грамм не разберешься никак. Ну ладно, опустим 100 грамм, что дальше? Опустим 100 грамм? Ну... Берешь 100 грамм, пьешь, кидаешь палку. Угу. Или несколько палок. Это понятно. Берешь потом кого? Берешь, короче, спички и распалишь костер. Напросто вот слаживать надо правильно. А есть бумажка? На пирамидой. Пирамидой, да? Вот так. Пирамидой. Уроки Влада Фомчика. Да. Вот что еще нужно. Так вот ложится, и все. И все будет гореть. В смысле ты меня спрашиваешь? Ты же сам знаешь. Я же не вижу. Да ты же все знаешь. Как думаешь, будет она нас кричать за пачку спичек? Не знаю. Бля, человек пыхнет. Татарка. Алтын. 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 По-нашему, да? Ребята, пока там Ваня с Фомой распаливает костер, мы вот пришли, Серегой уже, кстати, прорубали вот еще одну такую, ну я не знаю, назвать это лункой сложно, да, Серега? Да. В общем, мы надеемся, что здесь есть не одна нора точно, потому что посмотрите здесь какой вот берег. И вот, здесь... Вот, тут лучше видно. Вот, 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 да, видно. И здесь есть трава, он, Сережа, увидел. Вот, видите? А раки любят такой... канители проживать временное убежище. Ну, в общем, Серега, что расскажем свои ощущения. Мы как вот лезли там с Серегой в норы, мы, получается, залезли в разные норы и руками встретились. Двойная нора, получается. Да, называется двойная нора. И я, получается, полез дальше в эту нору, и нифига нету. Ну, не знаю, ребята, мы сдаваться не будем. Проблема в чем? Что не везде можно прорубать лед. Кое-где он очень толстый. Сильно толстый. Да, и нам невозможно вот просто. Ну вот, вот такое еще, так, вот такое еще, да, вот такое еще возможно, но то еще уже вообще никак. Ну что, идем греться возле костра, Серега, и залазим. Да.
Да вы посмотрите, у вас этот самый, получается, домик этот сильно высокий. Ты пришел захундеть в наш двор. У нас трава некачественная попалась просто. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. А где наши раки? Где наши раки? Раки под раками. Где раки зимуют? Раки на дне. Днище. Ну что, поехали. Вот сразу и нора. Ой, я извиняюсь. Что такое? Кофту намочил. Фу, и нормально. Виталий, тебе же сказали без раков домой не возвращаться, да? Ага. Все. Будешь ночевать здесь. Я вам скажу, тепленько немножко. Чуть-чуть. Где-то солнце жара, где-то солнце жара. Самое обидное это, что... Я намочил кофту. Пробуй в муляке поискать. Сейчас, я не могу, Серёг. Именно на дне. Здесь надо тебе лезть, у тебя рука поменьше. Вот здесь. Надо согреть немножко. Сейчас согреем руки, короче, там вообще маленькие такие норы. Я сейчас буду чуть дальше лезть. Вань, пошли бухать. А есть что? Да найдем. Пошли. И так, наш вопрос продолжается. Раки, короче, начинается. Фома предложил бухать. Это теперь наш влог. Да, все. Финька, фу. Как там Виталя снимает? Как-то так. Да? Так же он снимает? Мы в джунглях. Пошли в джунгли. Мы нашли джунгли. О, ты тепло, пацаны. Нормально, да. Ух ты. И я думаю... Камыши, блядь! Гадюка! Костер. И я думаю... Вот надо со стороны снимать. Ты видел, что я квачок заскочил туда. Бежит, забегает. Греемся, ребята. Подмышки проветриваем. Идемте ловить раков. А тут до травинки? Да. Вот здесь. Три или четыре норы. Три или четыре. Я Сереже сказал лезть в маленькие норы, потому что он, у него рука поменьше. Я не могу туда просто залезть. Или все-таки залезу, но буду разрывать. Так ты залезешь? Виталий Трак. Не, давай сейчас лезь. Может, все-таки у тебя получится. Здесь ни хрена нет. Блять, с этого кажется, с ракурса, что порнуха, ебать, только что было. Я пошел, блядь. Блять, кофта намокла, это вообще пиздец. Клешня! Клешня, покажи клешню! Виталя сделал клешню. Виталя оторвал раку клешню. Не, я ее просто нашел по дороге. А где же сам рак? Вот это загадка. Ха. Надо расследовать так. Вот это поворот. Да. Мне... Фу! Дохлятиной воняет! Выкинь ее на. Я обрыгаюсь. Фу, фу, фу. Фу, речкой вонючкой пах. Фу, я чуть не обрыгался в натуре. Я вас огорчу, его там нет. Сука. С ничем не воняет, пиздобол. Не было мило, да?
ёбаный рак. Виталя, давай привью. Вот лап. Вымыть его, хотя бы клешню показать. Клешню сварить. Ну. Она дергается, Виталя, ты оторвал ее. Нет. Она дергается. Не гони. Ты помнишь, тогда говорил, что калавый рак, а клешню ему оторвал? Серега, я клешню вытащил. Да, я видел. Значит, раки есть где-то рядом. А раки зимуют. Это, наверное, он как ящерица скинул его в свою клешню, да? А я только ракушек нахожу. О, хоть что-то. Давайте купаться. Так, в принципе, уже клешню сварить можно. Да ты ему летом уже еще оторвал эту клешню, то до сих пор она у него и осталась. Да че попробовать тоже аж хочется. Рака балай. Нору бы нащупать. Что она себе представляет хоть? Ваня не удержался, короче, и говорит, хотя бы попробовать, что из себя представляет нора. Ванек, пробуй. Я попробовал. Расскажешь свои ощущения. Ну попробуй хоть, покажи. Я просто не успел включить камеру, получается, подбежал, он уже залазил. Он хотел по-тихому это сделать. Как ощущения? Как в очко. Не, холодно, согласись. Пиздец. Давай, пробуй. А, да подожди. Так а прикинь, мы лазим уже раза 3-4. Это больше там нету, наверное. Вот это вот я лез. Вот тут вот этой норе, вот это где ты лезешь, и я клешню вот эту достал. Там ничего не начну. А? Фак! Она ледяная. Да не, Ванек, она. Она походу давнешняя. Ну там мясо есть. О, рак, наверное, большой был. А там фиг на где рубает лед. Я Фому спас. Фома только же провалился туда. Мы не сняли. Все, я в машину, ебать. Глубоко. Раки. По колено. Раки. Что, сильно замерз? Раки. Да что сильно замерз? Сейчас замерз. А раков там не нащупал? Рубал на одной стороне. Ваня, жуть, у тебя перхоть на голове. То есть нехуй. Я хуею. Пошли до костра. Да хули до костра. Да шо, ну тогда уже. Фома, как ощущение? Холодно. Фома чуть-чуть ушел под лед. Вот так он согревается. Выжить любой ценой. Если ты провалился под лед и тебе холодно, сними вещи мокрые. Так снимай штаны. Да нет, штаны я не буду снимать, то уже чересчур холодно будет. Так Фома говорит, он знал, что провалится под лед. Я специально. Рейтинг. Рейтинг. Только херов уже никто не снял. Пару я. Хочешь? Давно я так не смеялся. Блять. Заеби, что я рядом был, блядь. Если бы ты ушел, я бы тебя вытащил под лед. Я бы тебя вытащил под лед? Ну, я бы тебя с-под льда вытащил. Фу. Райка уйдем. Провалиться тоже. Я сейчас постараюсь, если получится. Слышь, пошли этих. Пошли дно щупать. Я уже нащупал. Ваня, ну. Так, ну что? Продолжим. Нору нашел, но она, сука, глубоко. Я тоже нору нашел. Парни, парни, рачочек! Да ладно. Ты серьезно? Да. Ты рак! Вам рак! Рак! Ё-моё, рак! Рачок! Рак, снимай, приближай и снимай. Давай. Это нонсенс. Это классно. Я подошел еще, потому что я хочу еще рака. Ё-моё, я в шоке. Виталий, надо, чтобы ты вытащил. Они все-таки есть. Не зря я провалился. Да, зря. Иди отсюда. Капец, нифига себе, рак. Глянь, живой. А какой он должен быть? Ну, видите, рак зеленый зимой, потому что они панцири меняют. Потому что зеленый уловы. Реально холодно очень. Да ладно тебе.
Все, сегодня пиво с раком. С раком. Что? Ребятки, главное ловить одного, а там идет и другой. Второй! Рак! Зимой! Рак зимой, ребята, я просто в шоке. Гляньте. А, руки только мерзнут, конечно. Серега, вот эта местность хорошая, тут вообще почти греться. И еще пробежим. Они раков забирать. Да, они неактивные, они спят там. Мама, я несу тебе рака! Пошли. Пошли. Из-за таких пидоров я провалился, сука, и пидор под лед. И ты пидор. Два пидора. Капец. Не-не-не. Прикиньте, ребята, мы сделали то, что хотели. Дай я хоть посмотрю. Ну они маленькие, ну а что зимой? Вы говорили маленьких таких не брать, ну а что делать? Они даже, видите, он получается и не кусает практически. Они спят, но. Ну, получается, даже не держит. Они даже не подозревают, что активные. А ну дай, дай. У Фомы есть домашний питомец. Вот новая нора. Так, пошли нам. Глядь. Ваня, разними. Снимай, снимай, снимай. Смотри, Ваня. Снимай. Да вот, снимай, блядь. Да на что вы делаете? Помажь водю. Да нахуй вы мини, блядь. Стой, стой, Ваня, сними. Блядь. Я помаю, у меня есть рак. Серега, что ты почувствовал, когда вытащил рака? Рука замерзла, если честно. Я тоже, я такой понял, щупаю, но даже непонятно, что это рак. Да. А кровь, кстати, он, блядь, идет. И тут кровь. И вот здесь у меня кровь. Ну, у девушек тоже кровь. И вот кровь, смотрите. Кровиночка. Чего стоят раки? Ё-моё, разрубал. Сдохнешь скоро. Ваня. Я извиняюсь. И на фоне такой сушится носок Фомы. Ну что, Серёжа, мать пошла. Фома не может рака, смотри, оторвать. Ты не ебанулся. Ты конченый. Нахуй. Ребятушечки, смотрите, какие красные глаза. Вот, вот так, вот так. Ребята, поймали мы двух раков. Сейчас еще, получается, делаем по залазу с Серегой вот эту вот луночку и вот ту. Я не знаю, если это можно назвать лункой. И, пожалуй, все. Мы выполнили миссию. Мы выполнили то, что я вам обещал в предыдущем влоге. За это обязательно лайк, ребятки. И что ж тогда, приступим. Это прорубь называется. Прорубь? Может быть, прорубь. Нет, здесь у меня норы нет. Здесь вообще норм нет. Да. Угу. Здесь еще есть, я вот пытаюсь достать. Сука, рука. Серега, попробуй вот эту. Не, Витаха, блядь, все. Все. Блин, как щипит. Пожалуй, ребят, все. До невозможности уже замерзли ноги и руки. Не май месяц, как говорится. А вот вы попробуйте. Я уже, Ваня, не могу. Просто уже, я говорю, извиняйте. Уже просто отмерзли все конечности. Значит, раков отпускаем. Раков отпускать смысла нету, я не знаю. В принципе. Хотя можно отпустить.
Я не знаю, выживут они или нет, мы же их потревожили. Но мы их отпустим. Опа, опа, опа. Глянь, типа, он пресс качает. Все. Отпускаем. Идем отпускать. А он меня не отпускает. Отпусти! Мне не нужно твоей любви. Снимай, Ванек. Что, прыгнет ли он? Поцелуйчик на прощание. Летом мы за тобой придем. Снимай с близка. Сережа, целуешь? Наверное, ты его на дне найдешь. Как лишнюю. Поближе снимай, чтобы видно было, как он на дно. А этот что-то не хочет. Он с нами сдружился. О! Он раздуплился. Он сейчас найдет себе, где заховаться. Все. Так, Сережа. Снимай. Наверное, зря ты его в течение поплыл. Давай, да пускай он поплыл. Поднять паруса. Ванек, снимай. Полный вперед. Ты поцелуй своего рака. Воздушный поцелуй. Полный вперед. Опа. Оп. Все. Гляньте, он зарывается. Разгони вот эту муть. Видно его? Да. Не видно? Да, видно. Опа. Не боится. Пока-пока. Миссия выполнена. А Фома бомжует. Фома сидит, бомжует, все дела. Я поймал сегодня раков. Вот эти. Ваня, твои калоши не пригодились. Ты только в них вот попрыгал, поисполнял. Если б я знал, я бы и ходил. Да. О, кстати, Фома, давай, одевай. Так, уже все. Научи, как нужно тушить костер. Тушишь костер вот так вот. Так вот? Ну, можно поссать, ну, блядь. Плюс 18. Фома, не хуй, сиди, кайфуй. Давай я тебя сниму. Ну что ж, ребят, вот на сегодня наши приключения закончились. Короче, все, ребята, закончились. Все наши устали. Давай, иди в машину, короче. Базаришь. Фома, залазь в багажник. Батюк. Да я так не сгинаю. В Жигане мы вмещались. Что я хочу, ребята, сказать. На предыдущие два влога, где мы ловили раков и пытались ловить раков, ссылочка будет в описании. Если хотите, переходите и смотрите, ребята. Если вам нужны ловцы раков, обращайтесь. Пишите мне в директ. Если вы в доте рак, мы придем к тебе. Нет, в общем, если вам понравилось, ребята, это видео, поддержите его лайком, потому что мы старались, мерзли, особенно с Сережечкой. Напишите, как вам погода сегодня. Солнце покажи, какое яркое. Да, солнышко сзади красивое. Ребята, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, конечно, подписываться, потому что я буду снимать качественный контент. До свидули! Стараться, по крайней мере. Все, ребята уже с вами прощаются. Танцуй, танцуй! Виталька, снимайся! Снимайся! Своих ложек! Бит! Давайте, ребятки. Брат, дай бит! Всем пока! Пока!